За 7 месяцев 2015 года в Одинцовском районе было зарегистрировано 102 угона транспортных средств. В прошлом году за аналогичный период произошло 128 краж автомобилей. Для профилактики подобных преступлений сотрудники Одинцовской полиции организуют рейды и другие профилактические мероприятия. С февраля месяца данного года руководством ГИБДД были внесены изменения в проводимое профилактическое мероприятие «Заслон» на территории Одинцовского района, где было принято решение проводить мероприятие по предупреждению краж и угонов с территории на наиболее подверженных данному преступлениям районам, такие как вот было перечислено Немчиновский, первый городской отдел полиции. То есть данное мероприятие заключается в том, что на данную территорию приближаются максимальное количество нарядов, не только службы ГИБДД, также и с задействованием остальных сотрудников муниципального управления Одинцовское. Город Одинцово, Немчиновка, лесной городок и Звенигород. Эти населенные пункты занимают лидирующие места по статистике угонов. Как правило, наибольшее количество автомобильных краж совершается организованной группой преступников в темное время суток. Сотрудники Одинцовской полиции дали некоторые советы, как обезопасить себя от возможной кражи транспортного средства. Не оставлять автотранспортные средства в каких-то немноголюдных местах, то есть в малоосвещенных. Лучше выбирать места под фонарями, под освещением, где присутствует камера видеонаблюдения. Естественно, при возможности устанавливать сигнализации на автотранспортные средства, а также существуют всевозможные различные блокировки. И еще очень важный такой совет, когда владельцы автотранспортных средств оставляют свои автомобили на техническом осмотре, на длительное время не стоит этого делать, потому что тем самым могут дать возможность злоумышленнику сделать дубликат ключа. Также не следует оставлять в машине ключи и ценные вещи. Это может спровоцировать злоумышленников на совершение преступления. Оснащение автомобиля противоугонной системой и выбор правильного места для парковки тоже могут предотвратить угон. И не менее важно быть внимательными и неравнодушными в тех ситуациях, когда на ваших глазах происходит попытка взлома автомобиля. Как было озвучено на пресс-конференции, раскрываемость преступлений, связанных с угонами автомобилей, составляет всего 20%. Это объясняется тем, что злоумышленники стараются как можно быстрее вывести машину за пределы региона и даже страны, чтобы распродать ее по частям. Поэтому лучше использовать все возможные меры для того, чтобы не стать жертвой угонщиков. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».